Дорогие зрители, сегодня у нас в гостях Сергей Гершинович, заслуженный артист России, художественный руководитель джаз-оркестра «Сибирский Диксиленд». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Хотим прежде всего поздравить вас с 60-летием, вот, поговорить сегодня о концерте от предстоящем, ну и узнать, я так вот с джазом не на такой короткой ноге, как вы, но все-таки любитель послушать, что это было сейчас, что сейчас звучало. Сейчас был буквально фрагмент, правда, еще рано, я еще сплю, губы спят, из кинофильма «Мы из джаза». Помните тот сюжет, когда ребята шли по Дерибасовской, только начинали играть втроем джаз, «Прости, прощай, Одесса, мам». Ну, тема такая. Вообще она джазовая тема Шерла Брукса, которая называется «Однажды». То есть вот так вот, да? Двойное название. А у вас как-то почему именно эта композиция? Что-то связано с Одессой? Или... Ну, с Одессой, конечно, связано много. У меня, во-первых, там очень много друзей, с которыми когда-то учился, дружил, служил даже. И в 2004 году, еще при жизни Бориса Блохина, мы туда ездили на фестиваль, джазовый фестиваль, который посвящен был 110-летию Леонида Осиповича Утесова. Фестиваль, конечно, обалденный. Он, видимо, у них был первый. Этот фестиваль открывал Михаил Жванецкий. На закрытии фестиваля, как называется, на сессии, даже была сама Примадонна Гурченко, которая танцевала, несмотря на ее возраст и болезнь. Она там снималась, у нее была, видимо, последняя роль в жизни. И тем не менее мы хорошо общались, хорошо подружились. И вот этот фестиваль одесский, он настолько вошел к нам в наши души, что мы теперь город Одессу считаем своей второй родиной, которая подарила нам именно вот этот фестиваль, эту поездку, этих друзей и этих наших зрителей, которые появились у нас новые джазовые фанаты Сибирского Диксиленда. Сергей Борисович, давайте поговорим о предстоящем юбилее, о концерте. Что это будет, когда он состоится? Концерт состоится 22 января в Большом зале филармонии имени Арнольда Каца. Начало 18:30. Ну, естественно, концерт посвящаю, ну, так, может быть, не говорят, сам себе не посвящает. Я хочу этот концерт подарить нашим зрителям, нашим фанатам Сибирского Диксиленда и тем, конечно, людям, которые меня любят. Я знаю, что на этом концерте будет некое такое открытие. Вы первый раз будете выступать как не только артист, как трубач, но и как композитор. Это правда? Это правда, но я бы так и не говорил, как композитор. Просто есть какие-то в жизни творческие моменты, когда тебя осенило, скажем, сидя за чашкой чая на даче, тишина, и есть возможность о чем-то подумать, о чем-то размышлять. Да, это правда, я там как раз на меня нападает такая какая-то верхняя сила, которая дает о чем-то подумать, и в данный момент я уже там написал 4 произведения. Ну, о них будут говориться, я их буду исполнять, я хочу одно из них. Но это секрет, я не хотел выдавать, но вы же вынуждаете, вы же телевизионщики, вы любите. Да, каверзные вопросы, хотя это вопросы хорошие. Одно из произведений я хочу подарить жене, и одна пьеса, джаз-вальс, она называется «Конфетти». Мы ее хотим исполнить в конце первого отделения. Ну, а об остальном говорить, наверное, не стоит и не следует, потому что все-таки, когда зритель побывает на концерте, совершенно поймет и ощутит себя по-другому, узнает что-то воочию, так скажем. Я знаю, что на концерте, на сцене будет находиться одновременно очень большое количество джазистов, то есть трубачей. Ну, не джазистов, не джазменов, трубачей. Трубачей, да. Это как раз интрига всего концерта, о которой я не хотел говорить, опять же, у меня взяли. Но вы сильно не раскрывайте, так уж и будет, пусть приходят, смотрят. Просто будут в начале концерта, это будет пролог, это будет практически увертюра, где на сцене появится 30 трубачей, которые будут исполнять мое произведение. Больше ничего говорить не буду. Вот так вот, на маленькой тайне мы с вами сделаем небольшую паузу, посмотрим новости, а потом вернемся в студию. Ну что, дорогие телезрители, я напомню, что у нас сегодня в гостях Сергей Гершинович, заслуженный артист России, художественный руководитель джаз-оркестра «Сибирский Диксиленд». И Сергею Борисовичу исполняется 60 лет. Вот об этом мы с вами поговорим, о 60 лет жизни с трубой практически, ну, наверное, ну, примерно столько, не столько, меньше, больше. Сразу начали трубой играть. Трубой, наверное, все-таки 49 лет. 49 да, лет. Да, это получается с 11. А как попала труба в руки к вам? Это трудная и тяжелая история. Я ее очень сильно переживал. Тем более вот здесь вот название, видите, 6-0. Угу. Да? Это говорит о том, что я с 8-9 лет сначала
занимался коньками, а потом хоккеем. И однажды получил травму на левой ноге. И доктора сказали: все, парень, ты отыгрался. Короче говоря, испортили мне настроение. И будучи, когда пришел в школу, ну тогда же пацаны, было же общение такое, не как, может быть, сейчас компьютер в основном, когда на улице гуляли, там думали о другом, в киношку ходили. И они говорят: ну что, пойдем тогда, раз со спортом не получилось, пойдем в духовой оркестр. Сейчас как раз идет набор детей. Ну, пришли, и мне сразу, как сейчас помню, руководитель был Глейберман Абрам Наумович, мне сразу: тебе труба, там следующему тромбон, там саксофон и так далее, кларнет. Мне досталась труба. А как выбирали? Это было... Никак не выбирали. Просто? Вот раньше не было такого, выбирали. Это сейчас смотрят на губки, на аппарат, там, прикусы там различные. Сейчас более профессионально к этому подходят. Uh-huh. Тогда просто что попало, на том и играешь. Ну, я не знаю, мне как-то... Хорошо. Желания не было? Нет. Желания не было бросить ничего. И через 2-3 года после занятий в детском духовом оркестре я уже поступил в музыкальное училище. Это, в общем-то, редкость для духовика. Ну, может быть, я не совсем тогда был готовый студент, но, по крайней мере, закончив музыкальное училище в 1975 году, председателем комиссии выпускных наших экзаменов, госкомиссии, был тогда профессор наш консерватории, наш преподаватель трубач Бобровский Иосиф Исаакович, угу, и Шмарев Иван Игнатьевич Габаист, которые по их определению, я даже без экзаменов в консерваторию здесь поступил, но, к сожалению, не удалось консерватории. Бросал ее, беднягу. С учебой это всегда сложно. Да, на самом деле, да, сложно. Я вот пока сижу, посматриваю ненароком вот на все, что здесь есть. Это фотографии с разных лет, абсолютно разнообразные. Вот тут, я не знаю, целая куча артистов, выступлений. Автофотография, автофотобиографические фотографии, я бы так. А есть какие-нибудь, вот есть какая-нибудь самая значимая, может быть, здесь для вас фотография? Вот что-то самое-самое. Я даже не могу сказать, что такое значимое. Ну, самая значимая фотография здесь... Даже не знаю. Они все настолько значимы. Вот с Борисом в Америке, вот Рой Янг. Ну тут, я не знаю, любой концерт, любое событие музыкальное, любой фестиваль, это все значимо, понимаете? И не знаю, наверное, вся жизнь, которая проведена с духовым инструментом, она значима настолько, что когда происходит какой-то концерт, либо репетиция, приходишь на нее и играешь, как будто в последний раз. Почему? Это все правильно. Это я могу сравнить, может быть, даже не совсем корректно с нашими артистами, театралами, которые тоже приходят на сцену и отдаются своей работе, специальности. Ну, это я считаю правильно. Но наверняка вы первый раз играли на трубе не джаз. Наверняка это было что-то, конечно, другое. Конечно, как в вашу жизнь джаз-то пришел? Хороший вопрос, да. Я о нем уже, кстати, забыл, хотя напрасно. Значит, мы с Борисом Балахниным служили в западной группе войск в Германии. В духовом оркестре, в военном, соответственно. И вот эта идея создать «Диксилент», она была уже принята Борисом Балахниным еще в 88 году, когда он вернулся сюда, в Новосибирск. Первый он создал «Диксилент», он основоположник «Диксиленда». И я ему настолько благодарен, он ждал меня 4 года. Я приехал сюда в 92 году. Он меня ждал, встретил на машине, молодец, все как положено. И говорит: все, завтра вечером репетиция. Они тогда работали в ресторане «Будимексе». Говорит: завтра репетиция и уже работа. Я говорю: Боря, я не могу, я не готов. Ну, я какой я джазмен, я еще никто, я только вот на трубе играю свои честные партии. И все, больше ничего не умею. Все, научишься. Вот я ему настолько благодарен, что он меня сюда взял. Причем взял настолько... Не скажу, что не хотелось, но мне было немножко не по себе, когда я пришел, люди уже были готовы, джазмен там, Саша Султанов, тромбонист, тот же Балахнин, Петя Женицын. Это же такие уже музыканты, уже корифеи, да, были, да, тот же Володя Кирпичев. И я как-то пришел, все по нотам, все разучилось. Ну ничего, вот уже 25 лет я нахожусь в этом коллективе и уже как у себя дома, вот честно вам скажу. И горжусь своими музыкантами. Сейчас у нас несколько новые направления. Коллектив обновился. Ну, обновился уже 8-й год у нас. Новые ребята пришли. И нашему коллективу средняя дата
30-35 лет. Ох, да. Ну, мы с Игорем 60-ники, 40-ники, 30-ники, и там один у нас есть 20 с небольшим лет. Поэтому общий возраст 30-35 лет. Хотелось бы поговорить немножко о феномене, ну не знаю, джаза, я бы его так назвал. Потому что джаз, вот мне кажется, вот это мое личное ощущение, его слушали все, любят, воспринимают его все. Но вот откуда, вот, по крайней мере, ну, понимают его все, мне кажется, даже так. Сейчас, почему он такой? Сейчас я буду говорить о своем коллективе. Почему? Потому что последние, скажем, 3-4 года я вот смотрю на зрителей в зале. Сейчас появился новый зритель, молодой, то есть 15-16 слушает. Да, слушателей. Очень много молодежи. Это настолько нас радует, и нам приятно, что мы, может быть, в каком-то смысле даже воспитываем их. Теперь уже в антракте, в конце, в заключении концерта подходят, там, просят автографы. Молодежь. То, что старики ходили в 90-х годах, которые уже в то время нас знали, по сей день ходят, ну, кто в живых остался. И смотришь, когда на зал, уже, наверное, процентов 30-40 уже обновилось. Особенно это сказано сейчас в связи с новым залом. Видимо, то ли помещение побольше, то ли больше народу заходит, да. И просто меня это очень даже радует. Ну, чем для вас джаз отличается вот от другой музыки? Вот почему именно он вот так вот у вас запал в жизнь и так идет вместе с вами, идет на протяжении долгого времени? Не потому, что именно он мне запал. Может быть, он и не запал. Мне вообще, в принципе, нравится красивая, качественная музыка. Но здесь вот, допустим, работая в том же ресторане, эти 90-е годы, играешь, все одно и то же. И хочется что-то симпровизировать, да. Вот, в частности, вот саксофон же в моде, он и по сей день, да, он, да, более, да, такой из инструментов приглашаемый, кстати говоря. Поэтому хочется разнообразия. И когда играешь хорошую аранжировку, где уже все сказано, это мурашки по коже, интересно играть. Кстати говоря, сделали мы когда валенки, это еще при жизни Балахнина, она у нас была такая, сначала просто тема, а потом стали играть импровизацию, и народ это все... Обыгралось, да, это все? Да, она обыгралась. Мы, кстати, у вас этот клип описали здесь. Тут еще танцевальная группа была. И она, в общем-то, и слушается, и воспринимается с удовольствием зрителем. Слушайте, а давайте вот напоследок, в финале нашего интервью, еще одну композицию, вот что-нибудь я такое. Я не буду так говорить, что это будет композиция. Я просто, пользуясь случаем, хочу всех зрителей, всех наших джазовых и фанатов джаз-оркестра «Сибирский Диксиленд» поздравить с наступившим Новым годом, правда, с опозданием, и сыграю им буквально узнаваемую тему. Дорогие телезрители, у нас в гостях был Сергей Гершинович, заслуженный артист России, художественный руководитель джаз-оркестра «Сибирский Диксиленд». С праздником вас еще раз, юбилеем. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, жду вас на концертах.